По данным Всемирной туристической организации ООН, Кыргызстан среди стран Центральной Азии занимает первое место по популярности среди туристов. В последнее время наша республика становится интересным направлением для туристов из Европы, в особенности Германии. Чтобы этот интерес усилить, Кыргызская ассоциация туроператоров пригласила большую делегацию из Германии. В течение нескольких дней гостям показывали самые красивые места нашей страны, позволили погрузиться в богатый мир кыргызской культуры, продегустировать самые вкусные блюда национальной кухни. Наша делегация состояла из 9 человек. Это представители туристической сферы Германии и представители немецких тревел-агентств. Это была замечательная возможность увидеть ваш потенциал. Есть уже инфраструктура, есть уже проекты. Теперь мы можем предлагать это нашим туристам из Германии, мы можем улучшить работу по привлечению немецких туристов в Кыргызстан. Примечательно, что в условиях, когда весь мир переходит на внедрение зеленых принципов во все сферы жизни, Кыргызстан, как туристическая страна, вызывает у Германии повышенное внимание. Еще в прошлом году республика внесла поправки в законодательство, соответствующие принципам зеленого туризма. К тому же в нашей стране много турпродуктов так называемой зеленой категории. Баланс между антропогенными нагрузками на природной территории и сохранение не только вот экологической составляющей, но и сохранение культурного быта и традиций. Что мы можем предложить? Конечно же, одно проживание в юрте – это уже очень плотная связь с природой, единение и так далее. Изготовление национальных блюд и напитков – езда на лошади. Это все связано в той или иной мере с зеленкой, так называемой. Ну и если говорить о новых технологиях, то уже, насколько я знаю, несколько средств размещения получили соответствующие сертификаты у аккредитованных организаций, которые ведут деятельность по мониторингу на предмет зелености их гостиниц. Это те же самые энергосберегающие технологии, лампы, насосы, обогревательные насосы и так далее. По итогам визита делегации из Германии в Бишкеке состоялось подписание соглашения между Кыргызской ассоциацией туроператоров и Ассоциацией немецких турагентств. Стоит отметить, что Ассоциация немецких турагентств объединяет в себя тысячи компаний, а ее игроки обеспечивают львиную долю оборотов на туристическом рынке. Сегодня был подписан меморандум между немецкой ассоциацией турбизнеса ДРФО и Кыргызской ассоциацией туроператоров для организации Destination Forum в 2025 году, чтобы пригласить в следующем году более 50 или 60 туроператоров, тревел-агентов для того, чтобы делать промоушен о Кыргызстане в Германии. Сейчас вместе с делегацией приехал президент Норберт Фибих. В составе делегации было 9 компаний из Германии, ведущих туроператоров, которые занимаются аутбаунд-туризмом. Целью этой делегации было узнать Кыргызстан и север Кыргызстана, и юг Кыргызстана, чтобы в следующем году привозить в Кыргызстан побольше туристов. По условиям меморандума визит делегации крупных немецких туроператоров в Кыргызстан намечен на следующий год. Обе стороны уверены, он обязательно повлечет за собой рост потока немецких туристов в Кыргызскую республику. Екатерина Токамбаева, Бибек Джумабаев, ТВ-15.